не знаю, зачем я одела куртку. Черный хлеб с маслом и чай. Короче, я иду сейчас домой. Что? На остановку? Мне пришла в голову гениальная идея. Если снять не мое утро, а мой школьный день. Просто... Я забыла свою зарядку. Отличное начало дня. У нас сейчас будет история. А это алоэ вера, походу. Какой-то непонятный кактус. Это не кактус. Да, это кактус. Не кактус. Короче, у нас закончился последний урок, но у нас еще две внеурочки. Мы будем просто сидеть в классе и делать домаху. Как это открыть? Дима, открой, пожалуйста. Ура! Нам открыли дверь. Сейчас я, получается, пью фрутоняню. Я не знаю, что можно поделать, потому что сейчас только...